Так, продолжаем игры свою гряду. Осталось у нас две головы. И сейчас мы одну делаем. Мы, по-моему, ищем ядро Дарганона. Поэтому обращаемся сейчас к этому титану. А, Критей, судьба титанов, точнее, к хранителю, кто он там. А ядра Нарганона здесь нет. Я не знаю, зачем ты его ищешь, Ворген. Не знаешь ли ты истинное назначение этой вещи? Может быть, я помогу тебе в поисках ядра, но сначала это помоги мне. Недавно мне довелось узнать о наблюдателе Торими. А его власть оспаривают, а его судьба остается неопределенной. Это меня беспокоит, поскольку я ничего не знаю о других наблюдателях. Воспользуйся этим банком данных, чтобы исследовать их храмы на северо-востоке и поделись со мной информацией. Кстати, с Торимом мы уже, кстати, завершили квестовую цепочку. А тут у нас... так нам обращается, как будто мы ничего еще о ней не знаем. Ну, это, в принципе, логично, потому что она идет, эта глава, до того, как мы с Торимом начинаем взаимодействовать. Теперь я в последний момент, это вот с Торимом, да? Сердцеед. А, наверное, сердцеед мы как раз таки сдаем и приходим к нему. Так, куда-то сюда нам предлагают пойти. Мы вроде тут уже везде были, это трасса дворцов, да? Так, наверное, самый верх нужно. Опять тебе вверх не слетать? Мы умеем, кстати, вертикально вверх лететь. Вот эта башенка нам нужна вроде бы. А, нам много башенок нужно. Храм изобретений, зимы, жизни и порядка. Храм штормов. Я знаю только про храм штормов. Раз, два, три, четыре. Дайте, что ли, мне надо? Так, что тут у нас? Какая-то кузня? Так, и что мы делаем? А, призывает или отпускает портативное хранилище данных критерия? И? А, вот штука поехала. Что ты делаешь? Анализ храма изобретений запущен. Изобретений. Так, там какие-то штуки на меня отпадают. Вы кто? Михагна, гном рабочий. Так, что ты делаешь? Ну-ка, не потеряй битья. Портативный хранитель. Хранилище данных. А, тут какие-то мертвые механики. А, похоже, механические слуги обратились друг против друга. А, несколько подмастерий сваленной грудой. А оставшиеся стражи механогномы испорчены неведомой силой. Ага, тут что-то произошло. Так, выяснили все? Ну, что-то выяснили, но непонятно что. Так, мне надо ее обратно призвать? Или пофиг? В всякий случай заберу обратно. Вдруг она тут останется, если я ее не подберу. Так, следующая вот эта штука. Что у нас здесь? Храм зимы, наверное. В каком порядке он мне подписывает их? В ближайшем? Или в рандомном? Так, и это... Давай, подпишу уже. Храм зимы, да. Здесь тоже кто-то мертвый, слуги... А, слуга Хадира здесь. Они вообще сюда попали. Анализ храма зимы запущен. Вот такие штуки мы, кстати, уже видели в этом. Возле библиотеки, вот тут вот. Тоже с них информацию собирали. Установлено, что храм зимы остался нетронутым. А эти чуваки тут что, просто так? Установлено, что храмовые стражи мертвы. А я это и сам понял. А, судя по запаху серы, смерть наступила в результате контакта с существом огненной природы. Драконом. Так и все, да? Ладно. Так, куда дальше? Дальше. А, куда-то сюда. А четвертый где, интересно, будет? А, вон там вот четвертый, по-моему, торчит. Да-да-да, у нас просто не открыт. О, этот еще и высоко находится. Здесь мы уже везде ходили. Мы по квесту Торима как раз-таки... Убивали всех этих чуваков. Довольно интересным способом. Так, это что у нас? Храм порядка. Тут вроде все в порядке. Оружие... Кстати, по-моему, этих... В Райгулу было такое оружие. Цепи, кстати, как-то... Ну, нет, цепи тут только в отдельных местах. А, анализ храма порядка запущен. Оружие Врайкульского, вот его интересует. Либо чье это оно. Давай тоже поисследуем. Вроде это знак их. У них что-то подобное было. И эта хрень. Терялась. Так, что скажешь? О, нифига, там эти идут. Изучение.
А, признаков сражения не обнаружено. Стражей не обнаружено. А по оружию что скажешь? Ничего? Молчит? А, установлено, что наблюдатель Тир более не присутствует. Анализ завершен. Мы типа его ищем? Блин, я вообще не в том порядке квесты делал. Ой. Да, и последний вон там вот. Там мы, кстати, не были. Сейчас посмотрим, что здесь. Мы где-то чисто технически вот тут, наверное, были. Квесту с ледяной крепости. Так, это снизу? Он выглядит разрушенным, но он выглядит разрушенным снизу. То есть он изначально был снизу. Такое ощущение, этот храм жизни. Почему-то эти они все строили... Может, горы не нашлось, поэтому они его снизу решили построить. То есть построить надо было, а... И, кстати, мы локацию открыли. То есть надо было построить храм, а вершины все закончились. Так, и тут из-за того, что, я так понимаю, снизу до него добраться было легче, его прям разрушили. Так, хорошенько. Анализ храма жизни запущен, понятно. А, деревья? Слушайте, давно, походу, разрушено, если здесь успели вырасти деревья и уже успели умереть. Листвы-то у них нет. Вообще, как здесь в зиме выросли лиственные деревья? Как они это сделали? Где эта хрень опять? Не теряйся. Возможно, кто-то ускорил их рост. Типа, вон, у елок тут все супер. А лиственные как бы в зиме такое себе. Давай, что там у тебя? А, установлено, что наблюдатели Фрея более не присутствуют. Анализ завершен. Ничего не сказал. А чё, разрушено, плевать, да, это нас не касается. Так, мы возвращаемся к этому челу. Кстати, я думаю, эту штуку можно было не отзывать, призывать каждый раз, потому что так за нами летит. Можно ее было один раз призвать и просто летать по этим храмам. Так, чел, стоять. А, новости, что это принес печально. Я не знаю ничего о судьбе остальных наблюдателей, но их отсутствие означает темные времена для всех земель Зерота. Я изучу информацию, содержащуюся в банке данных, что ты мне вернул, и попытаюсь осмыслить ситуацию. Я обладаю знанием, которое ты сейчас сочтешь более уместным, так что раздели со мной мудрость сказанного. По плечи долгой зимы. А, спрятанная реликвия. А пока тебя не было, мне довелось пообщаться с дворфом по имени Бран Брензоборот. Он сказал мне, что ищет краеугольный камень, и намерения у него, как я понял, самые благие. Думаю, что камень-ключ именно для этого дворфа и был изготовлен. Для Брана? Интересно. А ядро Нарганона спрятано в стелом склепе на юго-востоке отсюда. Его охраняют древние существа, сделанные изо льда, и они не обрадуются твоему приходу. Забери краеугольный камень, и да пребудет с тобой удача, Ворген. Так, эта штучка так и будет налетать? Привязалась ко мне, типа? Наверное, нет, не могу ее отозвать. Мне отобрали кустовый там. Ладно, пусть летает. Может быть, она под задание нужна? Так, мне в пещеру или нет? Пещера, потому что есть. Или мне сюда? Такое ощущение, что мне все-таки в пещеру, на самом деле. Да, больше похоже на пещеру. Пойдемте в пещеру. Ну, нам сказали же, что охраняет кто-то ее. Ледяные существа. Я так понимаю, это вот эти. Они же похожи на ледяных существ. Заледеневый нагробник. Чё так больно бьет? Всегда так больно било. Блин, мне сейчас не хотел ярость, чтобы эту штуку нажать. Жесть. А я говорил, что это что-то хоть и... А мало она требует? Она не требует. А чё она так не прижала? Стоп. Это другая билка какая-то требовала? Я уже забыл. Так, я не туда иду. А чё так много урона? Я что-то не кладел? Я же шматки на месте, на месте. Или это эти чуваки очень много бьют? Жесть, я даже не отхиливаю. Вау. Или по мне какой-то повышенный урон сейчас проходит. Капец у них дэмэша. Откуда? Чуваки, ну-ка прекратите дамажить. Кто такие? Чего такие мощные? Штука защищай, давай, сделай что-нибудь.
Так, ну пещеру нам всю полностью, походу, надо пройти. Я не могу здесь, ну-ка. Давай. Хотя бы на краешек. Ладно. Нет, так нет. Хотел просто от этого скипнуть. В принципе, его и здесь можно было скипнуть. Это еще какой-то щит. Подчерпнутая сила. Скорость атаки и применение заклинаний повышено на 50%. Хоп, спал. А ну вроде, зачем ему скорость заклинания, если он не кастует заклинания? Капец, не больно реально бьют. Так, надо на других мобов проверить. Другие мобы тоже больно бьют. С этими такие проблемы. Что-то они такие жесткие прям. Реально каждый удар у них чувствуется, что они прям наносят урон. Хотя не всегда. То есть иногда у них прям какие-то криты, что ли, жесткие вылетают. Может, они реально критуют? Блин, я даже в предыдущем подрался, я на нем вроде и похилился, но даже после него пришлось еще раз видеться. Реально жесткие ребята. Так, я надеюсь, мне вверх? А, вроде бы... Нет, вроде бы, кстати, вроде вниз. Давайте вниз лучше пойдем. По карте как-то больше похоже, что мне вниз. Да, вон эта штука стоит уже, вижу ее. А хватит мне дамажить. Так, готов. Ну, это большой? 5-3-4 как? У тебя сколько? Тоже 3-4. Такой же. Что, хилка хотя бы после каждого моба откадешивается? Это капец какой-то. Это что за сверки? А, может мне сверки дамажить, я не замечаю. Не, вроде сверки только здесь появились. Так, здесь у нас сундучок. А, заветы стражи. А сундук открывается, из него вырывается заплесневелый запах. Запах седой старины. Вне сундука лежит ядро Нарганона. Совершенно целёхонькое. Так легко было? А, ярость короля зиморожденных. Вы достаете ядро из сундука и внезапно слышите тяжелые шаги в коридоре. Такие... Также до вас доносится едва различимый грохот битвы, идущий где-то вдалеке. О. Мастер Тобра из клана зиморожденных. Страж Блайда. Приветствую, не хотел бы тебя поторапливать, но у нас тут армия железных дворфов, которая пытается помешать вам сделать то, чтобы ты... чтобы ты или Кретей не... пытались там делать. Нам нужно убираться отсюда. Отсюда, это из этой пещеры. Или прям совсем отсюда. Из грозовой гряды. Из Нардсквала. С Азерота может улететь. Отсюда. Ну ладно, будем считать, что из пещеры. Так, это чел откуда взялся? Я же всех зачистил. Не знаю, я бы, наверное, скипнул. Мне кажется, сейчас ничего не будет. Но мне кажется, на самом деле, даже сейчас что-то может произойти. Не просто так этот чел появился. Мне лут не выпал, потому что он его застелил или чего? Где лут? Даже мне, блин, лут с мобов зажали. Капец у него урона, кстати. Он реально стелит мои фраги. Блин, а почему они тут вообще появились? Я же всех убил. Они реально успели резнуться. Пока что-то ничего не происходит. Ты этих чел, по-моему, какой-то первый удар. Он сильный, блядь, тебе жалко. А остальные... А, во-во-во, побежали, да? А, и тут уже наши. А, так. Загораживает все. Окей, ладно. А, король Грозовое Сердце узнал о железных дворфах, направляющихся сюда, и перевел самых лучших воинов, что сумел собрать в столь короткий срок. Окей, надо сразу, мне кажется, в чате начинать читать. А не по вот этому диалогу. О, здесь большие. А, и элитные. Так, я, пожалуй, элитных трогать не буду. Я просто пройду мимо. Так, нам критей нужно, да? О, реально тут война началась у этих дворфов и других дворфов. Это два типа разных дворфов, в общем, да. Так. А кто-то использует кузню воли для создания этого войска. В Ульдуаре стало небезопасно, Ворген. Ты принес ядро? А кто-то... Хорошо, что тебе удалось опередить этих поганщин, забрать ядро первым. Что-то повторили, они зачем-то, непонятно почему.
Level up, какой у нас там 44-й, 6 уровней до 50-го. Я думаю, мы успеем пройти локум. Главный исследователь. Для того, чтобы собрать краеугольный камень, нам понадобятся вузы Нарганона. Устройство, которое находится в машине Творцов, в большой шахте неподалеку отсюда. Бран уже должен быть там, со второй половины камня ключа. Я сказал ему, чтобы он использовал это устройство. Он ждет тебя. Я постараюсь сдержать железных дворфов, чтобы дать вам время. Но я сомневаюсь, что смогу их удерживать долго. Скоро король Грозовое Сердце своими людьми снова возьмется за оборону Ледяной Крепости. Так что поторопись, ворги. Так, торопиться... В яму лететь? Да, походу реально куда-то в яму, на самое дно. А, да, вон там кто-то стоит вроде. Ветролет Брана. Сам Бран где? Вроде только его ветролет. Ага, мне выше? А, вот он. Ха-ха, окей. Бран. Эй, приятель, рад познакомиться с тобой лично. Ты нашел его? Блин, круто то, что здесь реально с ним рядом ветролет стоит, и понятно, как бы, как он сюда спустился. Потому что только... О, стоп, это что-то... Штука, ладно. Я думаю, тоже какой-то летательный аппарат. Ты молодец, парень, просто умница. Это будет поистине великий день. Быстрее давай мне ядро, пока сюда не добрались железные дворфы. Брэд и бронзобороты. Вот оно, наконец у нас есть краеугольный камень. Какая красота. Я немало попутешествовал по миру, но эта вещь снова приводит меня в восторг. Хотя сейчас явно не время заставать в эстетическом ступоре. Восхищаться и ахать я буду потом. А сейчас надо скорее выбираться отсюда. Забирайся в мой ветролёт и перекрывай нас от железных дворфов. Спокойной тебе дороги. А, окей. А, вот стрелочки изначально у меня не было. А, я прям на крыле полечу. Я не нахожу слов, чтобы вот поблагодарить тебя за помощь. При соединении краеугольного камня все это пойдет лишь на благо. На благо, уверяю тебя. Чем мы там вылетать отсюда будем? Идеологию слушать? Стремно так немного на крыле, конечно, лететь. Рядом с двигателем, в который мы морду нашу сунули. А железные дворфы повсюду, они прибираются вниз. И, безусловно, они очень... Настойчивые. Я могу драться? Могу, но только одна билка, остальные. А, вот я с ними заработали. Опа, отбились. Нормально, блин, тут экшен пошел. Сражение на крылу самолета. Но у меня билка не достает. Проблема такая. Что-то некоторые достают, а некоторые нет. У них рейнджа побольше. Дистанция ближнего боя и у тебя же дистанция. Да, оба одинаковые, но некоторые почему-то достают, а некоторые нет. Рывок. Так, дефенс и ветролёт наш. А, может мне ярости не хватало? Там, по идее, мне эта штука накапливает. По-моему, мне с одной атаки уже должно хватать на все вилки. Как-то я уже забыл, как мой воин играется данный. 30 ярости, а ты накапливаешь за один заряд. Непонятно, сколько. Не написано. Увеличит отряд. Время восстановления. Максимум 2 заряда. А почему не написано, сколько ярости дает? Или это не она дает ярость, а то, что я просто атакую? Или как это работает, не понял. Мне почему-то всегда казалось. А, тут что-то, кстати, говорят. Они пытались сбить ветеролет. Я не могу подняться выше за миссиями. А дальше больше, продолжай. Мы почти выбрались, еще немного, еще чуть-чуть. И ладно, это ярость, похоже, с ним катал, они билки не доставали. А, мне потому что, наверное, раньше... А, я через рывок ярость, потому что раньше не играл, я забыл про это, точно. Я же сейчас без рывка их убиваю. Мы вроде просто летим по спирали из этой штуки. Чтобы смотреть было не на что. Что немного отвлеклись на обилки воина. Кто-то еще там продолжает стрелять, но все, мы вылетели. Окей. За исключением случайных булыжников, от этих великанов нам вряд ли что грозит. Однако там внизу ужас, что творится.
А им нет числа. Я рад слышать, что король Грозовое Сердце прибыл на помощь. Я слышал о нем только хорошее. Мне кажется, самое время нам встретиться. Да кто у меня пуляется? И что это летит? Штука, кстати, с порцами. А бедный Критей. Он был хорошим хранителем. Я рад, что, по крайней мере, он увидел, как его дело довели до конца. Я думаю, для него это было действительно важно. Да, кстати, я же не ветролет. Это самолет какой-то уже целый. Критей умер? Да ладно! Но он вроде... Или это не он жив? Нет, цель мертва. А у кого лоу хп я сейчас увидел? А, у нашего ветролета лоу хп. 1300 осталось. Жесть, чуть не погибли. На тоненького прям... А мы приближаемся к ледяной крепости. Я был бы тебе очень признателен, если бы ты меня... Ты меня королю грозовому... Если бы ты меня королю грозового сердцу, прежде чем идти... Представил, наверное, что он имеет. Мне кажется, мы оба перед ним в долгу. Если бы ты меня, королю грозового сердца. Этот бран. Так, ну мы долетели, да? Так. Блин, так зависло в воздухе. Потом исчез. Так, ну бран идет. Так, этот смотрит. Так, они сходятся, подходят. Ага, ага, так, и... И? Опа! Клянусь всеми богами, этого не может быть. Мурадин? В смысле Мурадин? Что? Ты со мной разговариваешь, дружище? Ну что же ты, парень? А тут нет никакой ошибки, это в самом деле ты. Разве ты не узнаешь своего младшего брата? Мой брат? Да, у меня есть братья. Бран? А я не могу поверить, ты же умер. Все так считали. Что случилось, Мурадин? Как ты сюда попал? Я не знаю, Бран, я здесь уже очень долго. Вспышки света и командные кошмарные видения. Вот и все, что я помню о своей прошлой жизни. А сердце. И все же я рад тебя видеть, брат. Больше всего на свете. В самом деле, Магни будет тоже очень рад тебя видеть. Он уже долгое время получал одни сплошь дурные вести, но это все меняет. Он здесь в Нордсколе, брат ищет тебя. А правитель крепости Стражи Зимы принес вести о том, что ты не мертв. И он немедленно поставил Стальгор, чтобы разыскать тебя. Слушай, Лагнус, я считаю тебя вполне компетентным малым, но мое терпение на исходе. Я знаю, что Мурадин где-то здесь. Так ты можешь привести меня к нему или нет? Бран говорит легок на помине. Брат, неужели это ты? Я не верю своим глазам, ты жив? Йок... Да блин, не успеваю диалоги. Йок говорит, Магни, прости меня, брат. Память моя медленно возвращается ко мне. Магни, рад снова видеть тебя, Мурадин. Я слышал, ты стал полноправным королем королем Бронзоборота всегда были обречены на величие. Йок говорит, землорожденные были очень добры ко мне. Это сильный народ, Магни. Похоже, что так. И сам ты потерял ни капли своей силы. Ты помнишь хоть что-нибудь о том, что случилось, Мурадин? Судьба сыграла с тобой злую шутку. Злую шутку. Йорк. Не так, чтобы много, Магни. Мне снился в кошмарах человек. Высокий, светловолосый, наводящий их ужас доспехов. Его имя вертится у меня на языке, но... Артас. Магни кивает. Магни. Он больше не тот мальчик, которого ты помнишь, Мурадин. Он стал совершенно другим. Йорк. Да, я знаю. Я видел, как он изменился. Я видел, как он отбросил все, что было правильным. Я не поднял на него руку. Я даже не осознавал этого, пока не стало слишком поздно. Бран. Что было, то прошло, Мурадин. Сожаление ничего не изменит. Йорк. Да, не изменит. Но я могу все исправить. Я должен. Я найду этого мальчика. Я заставлю его ответить за все, что он натворил. Уже все ушли, я тут все еще читаю. Натворил. Магни, ты уверен, Мурадин?
Я ведь лишь недавно обрел тебя после столь долгих лет, когда считал тебя мертвым. Я не хочу снова тебя потерять. Йорк, я уверен, Магни, я доведу дело до конца, не беспокойся. Магни, да будет так, я должен вернуться к моему народу. Братья, возвращайтесь ко мне в целости и сохранности. Бран, будь осторожен, Бурадин, я бы присоединился к тебе, но я так близок к невероятному открытию, кого мир еще не видывал. Я не могу сейчас все бросить, Йорк. Ступай, Бран, расскажешь мне эпическую историю, когда мы увидимся снова. До встречи, братья. Магни, до встречи, брат. Ну, кто-то третий еще подбегал, но я все пропустил, пока читал. Но у них диалоги слегка быстрее, чем я читаю, да. Плюс мне не очень удобно читать в этом чате, который постоянно движется, в котором не весь текст помещается. Стоп, вилок ледяной вопль? Он всегда здесь был? Так, стоп. Я запутался с ними, что они Йорга называют Мурадином. А разве здесь не Йорг и стоял? Нет? Мне показалось. За все ушли вообще. Все меня бросили. Так, ладно. Ну, получается, что у нас? Мурадин как раз таки тот двор, который прибыл с Артасом в The Frostmourne. Вот в этой пещере у нас был с ним сюжет. И там как раз таки мы и увидели то, что Мурадина как бы отбросила и как будто бы убила его. Но потом, спустя какое-то время, он вскочил и выбежал из пещеры. Видимо, вот он как раз таки и попал к этим дворфам. Блин, ну тут же точно другой чел стоял. Как раз таки Йорк и стоял. Я еще удивлялся, почему у них король не такого же цвета кожи, как и они. То есть эти все синие кожи, а он был обычной кожей. Почему сейчас здесь какой-то вилок? Кто такой вилок? Братья Бронзобороты. Бороды. Там еще, по-моему, третий был тоже, это этот. Ну-ка, он что-то говорил. Бран, Йорк. Не, никаких третьих тут не было. Там что-то пробегал, но я краем глаз только увидел. А король Грозовое Сердце просил передать тебе слова благодарности за то, что ты помог ему воссоединиться с братьями. Он отправился в поход, чтобы рассчитаться со своими врагами. Возможно, ты еще встретишься с ним, потому что я трона Артаса. Ага, закаленное льдом боевое кольцо. Понятно, почему его тут нет. И да, за короля зиморожденных. А, кстати, ну, я предполагал, что это за короля зиморожденных, но у нас получается пропущенная квест уничтожения железного колоса. И на самом деле вопрос. Это здесь или здесь? В какую сторону мне дальше двигаться, чтобы выполнить последнюю главу? Но вот это пока что супер странное место. Давайте туда слетать, оно рядышком находится. Может быть, если мы подлетим, то что-то поймем. У нас, кстати, карта еще не вся открыта. А, у нас эта часть вроде не открыта. А что тут? Это вообще какая локация? Это до сих пор же грозовая гряда? Или это уже ледяная корона? Вообще, по ощущениям, что это может быть даже ледяная корона. Оплот серебряного авангарда. Не, слушайте, мне кажется, это даже ледяная корона. Да, слушайте, это ледяная корона. Сердце королевича. Че, давайте одним глазком глянем, кто у нас тут. Тириан? Ага. И какой-то хранитель непонятный. Окей, ладно, это ледяная корона, тогда мы сюда не лезем, и мы дальше пойдем сюда. Потом уже немножко были, у меня даже там хардстоун есть. А, приют Глыбоскала, ну-ка. А, изгнанники Ульдуара. Быстрая телепортация. О, Долоран. А, да, это оно. Какой котик интересный у них. Спит. Ну, я так понимаю, это будет вот здесь вот квесты. И как раз таки мы вот эту область последнюю откроем. Сейчас я туда не пойду. И у нас это уничтожение железного колоса. А.